Девчонки, всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня я опять без микрофона, я просто крашусь и хотела с вами поболтать. У меня был вопрос, Алина, почему вы красите ресницы? Вот я сейчас стала просто красить, вспомнила и думаю, надо это снять. Почему вы ресницы красите раньше, чем тени наносите? Девчонки, объясняю. Так, сначала покажу, что я накрасила, да, взяла остатки своего тонального крема и фраше. Надо переходить на другой, но у меня уже на лето есть мой любимый тон. Сейчас покажу вам. Estée Lauder Double Wear 2W1. 2W1, он более стойкий, этот более увлажненный. То есть и фраше, он просто жирненький, как крем. Поэтому вот у нас на улице еще снег опять выпал и до сих пор не тает. И как он надоел, невозможно. Но пока снег, кожа может сохнуть, да, вот эти ветра. А вот это вот, когда уже тепло. Поэтому на лето у меня целых две бутылки есть. А потом будем подбирать новые тональные основы. Так что пока кремов хватает, про запас ничего больше не беру, не надо, спасибо, хватит, и то хлама уже много. И кремы у меня не успевают тратиться, вот эти вот целые две банки у меня, они еще у меня 300 лет будут. Ну, не 300 лет, но надо их потратить за лето, я надеюсь, потому что они с прошлого лета лежат, да, и они густеют, и уже, ну, как бы, не очень качество. Так, девчонки, очень сильно у меня садится зрение еще, кстати. Очки вот эти одеваю, в Финляндии покупала за 3,50 евро. Это плюс один. Знаете, как в них удобно делать маникюр. Видны все недостатки. У меня, кстати, уже ногти отросли. Я хотела взять молочный такой, знаете, скульптурирующий. Вообще нету нигде. На Вайлберсе, на Озоне нет. Ну вот. Есть только, если ты какой-то вот скульптурирующий один, а сверху уже покрываешь там двумя-тремя слоями, но это долго. Можно сразу брать молочный камуфляж и уже красиво делать, да, выложил, ничего пилить не надо, покрыл сразу топом, быстро, полтора часа максимум, весь твой маникюр готов, да, и в общем, но, увы, увы, не найти мне сейчас, девчонки, найдете, оставьте мне ссылочку, вот, чтобы в наличии было, а то все разобрали. Так, брови, я вот Makeup Revolution накрасила, вот этим оттеночком, вот этой кисточкой, вот так называется палетка, люблю ее, но она не очень стойкая, хотя очень красивые оттенки, вот здесь был светлый такой глоу эффект, он у меня уже скончился и разломался там уже в остатках, а так, вот так покажу, палетка хорошая, очень хорошая, продается на Валдрисе, девчонки, вот такая вот, видите, темный цвет есть, все, вот если у вас брюнетка, вам брови вот этим подойдет, вот это вот кирпичики, ну, вообще, такие оттенки неплохие, есть, конечно, которые вот такой, такой, вот какие-то грязные цвета, но всегда в палетке есть цвета, которые мы не пользуемся вообще, в принципе, вот, поэтому, ну, вот пока ей наношу брови, потому что все-таки вот GD Coco, да, или как она, Gade, блин, GD Coco, боже, что я уже говорю, же перепуталась из-за палетки. В Jade вот этой палетки, у нее вот этот оттенок все-таки слишком красный, а вот этот слишком темный. Я когда их перемешиваю, вроде ничего, но все равно как брови красноту дают. Поэтому не очень все-таки для бровей подходит. А для теней подходит вот этот цвет, вот этот. Прям вообще сказка. Все, мне нравится она безумно, но брови все-таки чуть-чуть надо другим оттенком. Так вот, почему реснички крашу? Реснички я крашу. Кабаре Премьер, тоже на Рандеву заказывала. Но, девчонки, кстати, мне заказ пришел. Рандеву. Ой, большая коробка. Я ее открыла. Вот. Все, не могу вам ответить, да, на вопрос. Открыла коробку, но я еще не вскрывала то, что внутри. Там так все хорошо запаковано. Хочу это при вас скрыть, потому что там все так красиво. Там есть прекрасный аромат, который все-таки решила себе взять. Не тот, который с последнего видео. Это надо заказывать снова. Это я уже до этого заказывала. Все-таки решила, что хочу, я вам расскажу, все покажу. У нас с вами будет распаковка, там много-много всего, и я уже повспоминала, что я еще кучу всего не дозаказала, думаю, ну ладно, в другой раз. Так, значит, почему... Третий раз возвращаюсь, почему я крашу ресницы? Потому что, девчонки, я, значит, беру тени, например, да, начинаю наносить красивенько тени, а потом беру тушь и начинаю, вот у меня вот, например, тушь, и начинаю красить, и у меня все отпечатывается вот здесь. В итоге я беру вот эту палочку ватную, начинаю ей тереть. И где мои тени будут? Понятно, где в Караганде. Вот, поэтому
Всю жизнь не могу. Неаккуратная тушь, видимо, наношу, потому что вообще все наносят тушь, как бы, когда уже тени накрашены, не прямо от самого конца, а вот на кончике. А у меня реснички 3 штуки, мне надо их там хорошо забить, поэтому я прям плотно-плотно их зарисовываю, зарисовываю. Из-за этого у меня все-все. Еще у меня же веки как бы вот такие, хоть и прооперированные, но вот эта часть все равно нависает. Да, прооперированные, имею в виду, что я блефаропластику делала, потому что у меня совсем уже упали на глаза, поднимите мне веки, вид такой был. Вот, и поэтому, ну, все равно вот эта часть у меня как бы задевает реснички постоянно, когда я вот так вот делаю, все отпечатывается. Вот протерла и вспомнила, что вам надо об этом рассказать. Да, такая нестандартная ситуация. Девчонки, кто еще так же красит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне за всю жизнь не получалось так красиво. Обычно вырисовываешь, вырисовываешь эти тени, а потом ты их стираешь, потому что все размазалось. Так, еще я кисточки где-нибудь на Валберсе, на Озоне. Найдите мне кисточки, хороший набор, потому что мой набор кисточек, вот этот вот с Алиэкспресса, Алиэкспресс заказывать не хочу, долго все идет, ужасно. Ужасно прямо, да, вот у меня, вот я уже его раздербанила, уже что-то у меня поломалось, и хочу чего-нибудь новенького. Вот, все вот так вот в разных местах. Я что-то еще хотела показать. А, девчонки, я пользовалась пилингом вот этим, несколько раз пилингом, вот этим Holy Land, такой классный. А, единственное, что, смотрите, его нужно носить, ну, как ты умылся, кожа влажная, наносишь на кожу и ждешь. Он чуть-чуть там 2-3 минутки высыхает, и потом ты просто вот так скатываешь руками. Я сегодня в очередной раз им пользовалась. Думаю, у меня прям аж пальчики скатываются, да, тоже, ну, как пилятся, не знаю, пилинг на пальцах. Взяла щеточкой тоже, но никак. А потом я догадалась, берешь тряпочку и тряпочкой, да, чтобы не пальцы стирались, а тряпочкой, ну, типа полотенчик махрового тоненького, и вообще так хорошо, прям все вот эти шелушки, все, как бы, как сказать, ну, угри он не убирает, он прям шелушение кожи снаружи все убирает, и вот у меня вот здесь такие какие-то мелкие были, вот все вот это прям хорошо убрало. Раз в 10 дней, не чаще, мне хватит его, блин, на 10 лет, честно. Пилинг классный вообще. И не очень дорогой. Если я найду ссылку, я вам оставлю. Если забуду, девчонки, напишите мне, оставлю вам ссылочку. Гамаш для всех типов кожи. Я просто люблю пилинги, которые ты вот так чуть потер, ну, вот с этой щеткой, да, вот, и смыл. Вот. Или пальцами потер и смыл. А вот это скатка как бы. И я сначала так расстроилась, потому что я когда заказывала, я не очень обратила внимание, что это скатывающая штука. Но мне она понравилась. Я все время не знала, как мне ее вот без пальцев, чтобы вот у меня вот пальчики не истоншались, как бы это стирать. Ну, в общем, вот. Кстати, страховки ДМС подорожали сейчас, все в курсе. Вот у нас фирма ищет, ну, искала, вроде бы нашли, там что-то написали мне по работе, что нашли уже компанию, как бы, и там, ну, предложение новое получили, но там убирается, по-моему, полис путешественника, что-то еще, а цена все равно будет. Ну, короче, я даже не смотрела еще страховую компанию, мне там моя сотрудница тоже кинула мне на WhatsApp предложение, я потом расскажу, наверное, если вам интересно. Если вам интересно, напишите в комментариях. А, вот, потому что здоровье, конечно, наше все, особенно погода меняется. Блин, у меня нога болит, это караул. Просто я уже 2 ночи не сплю с ногой, какой-то кошмар. Пока у меня старая страховка еще действует, но это, ну, нас уже нужно подключать на новую страховку. И, в общем-то, посмотрим, что у нас там по ценам. Еще раз скажу, наш работодатель не оплачивает их. То есть он нам готов их предоставить корпоративно, но мы сами должны покупать. Ну ладно, ну то есть сами оплачивать, а он уже покупает. Вот, хотя во всех фирмах как бы обычно работодатель покупает, и многие очень даже на работу идут из-за того, что как предоставляет страховка даже предпочтительно. Девчонки, еще хотела показать, кстати, вот этот крем. А, я показывала уже. Да, он такой классный, он такой обалденный, просто шикарный. Это вот в фикс-прайсе. АЕ витамин. Мне очень нравится на руки. Любые шелушки вот на локтях убирает. Вообще прям убирает. У меня вот так вот шелушила здесь кожа, а теперь вот на локтях, да, а теперь вообще нет. Супер. Супер-супер. И тоже на ножки его мажу. В общем, чистое здоровье. 50 рублей, по-моему, стоило. Не помню, что это такое. Ну, прям вот реально классно. На лицо еще не мазала. Но текстура приятная. Может быть, и на лицо хорошо. А, снимает следы усталости и стресса, содержит оксиданты, повышает эластичность кожи крема. В общем, короче, девчонки, я очень полюбила косметику Holy Land. Ну, вот то, что у меня крем вот этот вот, ой, с ретинолом, вот это вообще крем. Сейчас у нас опять нет солнца, я им тоже пользовалась, у меня кожа такая гладкая становится, такая сияющая, знаете, вот такая холеная, ухоженная кожа, прям супер. Вот, и, короче, я заказала еще себе Holy Land.
израильская косметика, очень качественная, девчонки, но ее нужно миксовать, потому что она прям ощущение, что она кожу делает гладкой, но какой-то, я не могу сказать, обезвоженной, нет, она прям, ну вот хочется какого-то питания, может быть, надо в Холли Лэнде поискать какой-то питающий продукт, чтобы прям вот увлажняла, какая-то масляная была текстура, а здесь больше как бы на омоложение, вот да, кожица все стягивается, как это сказать, поры, вот это все уходит, убирается, но при этом ощущение, что вот мне хочется туда раз и маслом залить, чтобы вот полежать с маслом. Но это вот масочки, масочки. Сейчас некогда маску делать, надо бежать. Так, что я хотела вам еще показать. После пилинга, кстати, не пользуйтесь биодермой. Я вот этим сразу после пилинга сейчас намазала, и у меня просто щипать начало все. Это такое больше, тоже такое под тональку, но летом, когда жарко как раз, знаете, вот, чтобы, или вот даже не жарко, а когда у вас кожа жирная, и вот это вот жир прям такой излишний, вот это нанесли, это биодерма Global, извиняюсь, уже в тональнике, все вам Global, шикарно прямо вот, прыщики все убирать, все удаляют, сверху тональную основу, и ничего не будет. Обычно под тоналкой у нас же прыщи начинают образовываться, все, здесь ничего не будет. Но после пилинга прям сразу не надо, щипать начинает. Так, я даже взяла вот таким кремом, потом клирвином намазала. Это какой-то аптечный крем. Слушайте, он такая ерунда, на самом деле. Он типа от рубцов. Это вот мне посоветовали, когда, чтобы рубцов не было, когда веки делала. Самый жирный, противный. Ну, пахнет-то ничего. Но кожа такой, ну, такой средний, да. Пахнет какой-то травой, полынью, что ли, пахнет. Ну, приятно пахнет. Натурально, скажем так, натурпродукт. Но для лица я вообще бы его не рекомендовала. Хорошо подходит для рук, для ног. Вот тоже такой жирный, прям жирный. Для лица он прям комедогенный караул. Вот. Может, рубцы удаляет, но только тогда точно в каких-то местах. Иначе прыщатинами вы покроетесь вообще полностью. Вообще кожа через него не дышит. Так, ну что. Покажу тогда тени, да. Как я уже буду наносить тени. Естественно, возьму свою палеточку Жаде и вот этот вот коричневый оттенок. Коричневая палеточка прям мне очень понравилась. Хотелось бы еще тени. Девчонки, хочу очень помаду какую-нибудь купить. Но вот помаду я не хочу покупать, как бы, как сказать, онлайн, незнание цвета, да, потому что мои любимые помады Maybelline, вы знаете, да, самые мои любимые, их уже не производят, и там в остатках где-то там по 1000 с чем-то. Ну, не хочу я остатки покупать, и так полно. Куча косметики, пошел и нашел. Просто мне надо доехать до магазина. Надо. Вот, потому что я вот так перебираю, что у меня есть. У меня тут, ну, буквально штук, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, там, ну, штук 15, наверное, помад. И все. Вот. Но они причем все какие-то вот почему-то остались все в одних оттенках. Я хочу что-то такое красное, но не яркое. Типа вот генической помады, но чуть-чуть поярче. Ну, такое, знаете, вот. Легкая, да, как бы какая-то спелая вишня, но не яркая, а вот чтобы она была как натуральные губы. Значит, она должна быть очень увлажняющей и прозрачной. Ее можно на базу наносить, на пигментную базу, да, тут же там Max Factor, любую наносит что-то более красненькую. И вот она вот сочность даст красоту, вот эту краснинку, но не просто вот эти красные матовые или какие-то там красные жирные замазанные губы колхозные. Не-не-не, сейчас так не модно. Так. Это я тут наляпала много всего. Так, девочки, и теперь я вам еще... Так, я не это хочу показать. Покупала я в Sunlight себе украшения. Так, это вот у меня темное, это тоже жадное. Покупала себе колечко. Не удержалась, купила. И похожая, примерно, чуть потоньше, есть в серебре. Я ссылочки оставлю в описании. Если не оставлю, тоже напишите. Сейчас я вам... Так, вот здесь вот я закончу. Показываю свои украшения. Я их отсняла просто вечерочком. И теперь не знаю, куда вставить кусок видео. Поэтому я, наверное, ставлю его прямо вот сюда. Сегодня показать свое новенькое украшение. Вот снимала видео по поводу украшений своих и приобрела еще одно. Давно хотела, смотрела в Sunlight'е. Сейчас покажу колечко. Смотрите, вот такое классное кольцо. Вот такое вот. Не одену на этот палец. А вот это 17 размер. Это AliExpress. Так, вот это сниму. Да, и сейчас поверну как-нибудь сюда, наверное, свет, чтобы лучше было видно. Вот такое колечко. Это нержавеющая сталь. Это AliExpress. 17 размер. У меня здесь вообще 16,5, здесь 17. Но это кольцо мне удобно на этом пальце, потому что оно расширяется.
Оно маломерка, да, получается. Так вот, мне оно очень нравилось, но оно все-таки имеет такой желтый-желтый, такой неблагородный оттенок. В общем, нравилось мне это колечко. Я такое увидела в санлайте в золоте. Сейчас покажу. Естественно, если я хочу на средний палец, значит, надо брать на полразмера больше. Ну и, в общем, я взяла. Ссылку вам оставлю в описании. Если забуду, напишите мне, пожалуйста. Ну, у них сейчас коробки вот так выглядят. Пакеты, точнее. Коробки, как обычно, красные. Потому что это не с бриллиантами кольцо. Естественно, с бриллиантами у них красивые такие синие коробки. Но тут тоже все очень хорошо. Сундучок. Приятно. Сундучок, не мешок. Мне в сундуке нравится больше. Так, и вот так вот на подложке. Вот такое же колечко. Так, будем смотреть. Посмотрю вес. Оно стоит на сайте вот 17,5, 11,200. Но в магазине, я в магазине пришла мерить. Специально выбрала магазин, что был и 17, и 17,5 размер. Так, вот с этой стороны клеймо. И вот так оно выглядит. Ну, вот точно такое же, только даже чуть пошире сделано, да. То есть более вот эти части выступают вот так вот. Вот видите, то есть это более плоско, это более высоко. И именно из-за этого, из-за того, что более высоко расположено, надо брать на пол размера больше. Ну вот хотелось мне именно золотое, хотя и нержавейка смотрится как бы даже шире, надежнее, такая монолитная, но хотелось золоте. Без камней, без всего, вот такое вот просто лимонное колечко. Красиво. Так, наверное, здесь веса немножко поменьше. 10 047 рублей, сделано в России. Видите? И я применила промокод на 15%, который мне, как обычно, там Sunlight дарит периодически это промокоды. Тут еще было два украшения по цене, то есть второе украшение за 50% цены, но ну, мне не найти было ничего, потому что в магазинах нет, а наобум заказывать не хочется. 1,91 грамм в этом приложении указано где-то 2 с лишним, 2 с копеечками грамма за колечко. Ну вот, по факту оказалось поменьше. Поэтому, кстати, здесь силиконовая леска. Вот видите, вот она как тянется. И вот она как раз будет прокрашиваться. Вот если бы из такого вот здесь был леска. Девчонки, спасибо, что написали мне, что можно купить леску рыболовную. Девочки, всем тоже рекомендую, кто не читает комментарии. Вот эту леску можно менять на рыболовную. Девчонки пишут 0,4, 120 рублей, столько 100 метров можно заказать на Валберес. Вот такую леску. Я не знаю, потом померяю, посмотрю, какого он размера. Именно рыболовная, она тогда не красится. И менять леску, если укоротилась. Я попробую, девчонки. Когда попробую, расскажу, скажу, какую леску купила, какой толщины мне подошла и понравилась. И все в таком духе. Вот, колечко очень хорошо смотрится. Летом будет хорошо. Конечно, на этом пальце будет болтаться, но я на этот палец не хотела. Я люблю на среднем, иногда даже на вот этом пальце. Так, ну, будет ли оно гнуться? Оно полнотелое, кстати. Со всех сторон оно полнотелое, не пустое. Сейчас посмотрю. Ну да, теоретически можно, конечно, его вот так вот плоско согнуть. Но это надо прям приложить усилия. Не хочу, конечно, прикладывать. Вот. Вот такое нравится. Если брать 17, в магазине было наличие и 17, и 17,5. Ну прям очень туго заходит. На этом пальце хорошо. Ну, поэтому я взяла 17,5. Кстати, если что, вот это кольцо у меня, которое, вот оно тоже 17,5 из-за того, что... Сейчас покажу вот эту часть. Вот здесь вот выступает. Видите, внутри. И вот эта часть, да. И тоже, получается, уменьшает на небольшое такое. То есть 17 размер мне был бы мало. 17,5 то кольцо отлично. Так и вот это вот. Вот. Желтенькое буду носить. Такую красоту. Обошлось мне 8500. Что-то там 20 с чем-то. То есть с 15% скидкой. Рекомендую. Мне еще там нравятся кое-какие украшения, но я их вживую не видела. И то, что я не видела вживую, конечно, не хочется брать. Вот. Заказывать на дом тоже как-то не хочется. Не знаю, надо заранее. Я не помню, девчонки, надо. Заказывала как-то. Вперед, по-моему, оплачивать надо, если что-то не нравится. А нет, там приходит курьер, да, и ты оплачиваешь уже в моменте, когда курьер пришел. Как-то так. Ну, неважно. В принципе, сейчас я мало что покупаю, поэтому если вот прям вот понравилось, лучше съезжу в магазин, посмотрю. И особенно с размером, чтобы точно угадать, не ошибиться. Ну вот. Ну, в общем, нравится мне такое простенькое, без всяких там камней, без изысков такое. Не знаю, вот захотелось, вот точно такое же. Хотя вот это алиэкспрессное смотрится лучше. Алиэкспрессную ссылку вам не оставлю, потому что я говорила, у меня накрылся личный кабинет. Теперь мне просто надо
тупо, вот если сделаете скрин, так же искать, как и вам. То есть я также буду 300 лет его искать. Извините, но некогда. Поищите сами. Нержавейка желтого цвета, да, вот такое вот колечко. Вот. А вот это лимонное золото, красивенькое. Так что не знаю, в каком другом цвете есть или нет, понятия не имею. Увидела это все, влюбилась, захотела. Девочки, теперь я жду от вас комментариев, да, насчет вот колечка, как вам оно, понравилось, не понравилось. Мне понравилось, я его уже носила, но я его сняла и одела опять другое кольцо уже. Я так начала что-то в последнее время очень сильно украшения менять, прям вот хочется каждый день новое. Да, девчонки, писали вы в комментариях, что... Ну, когда я говорила, помните, у меня украли украшения с дома. Как это было? Ну, короче, залезли воры в дом частный. Это только мы начали жить, еще там ничего не было, соседей не было. То есть это не здесь было, это в другом месте, Ленобласти. То есть новостройки, никого нет, понимаете, да, ничего нету. Ну, короче, забор был, конечно, но это было очень давно, в 2007 году. И люди залезли, взяли только то, что можно взять руками, понимаете, там вот, как этот, на столе два ноутбука взяли, шубы мои взяли, зачем шубы, не знаю, но, может, так, ну, тогда модно было шубы, да ладно, да, шубы взяли, и украшения. Украшения у меня стояли, знаете, я сама, по-моему, как бы вот такой лохушкой быть, у меня на комоде вот красивые вот эти вот шкатулочки, большие такие, да, там и ювелирка, в другой шкатулочке у меня бижутерия, заколочки, ну, конечно, у меня все со шкатулками взяли, ничего не оставили, даже маленькой там невидимки, понимаете, то есть нате, берите, называется, вот, поэтому, конечно, сейчас мы живем, у нас здесь вообще все живут, у нас в камерах все. Ну, то есть, ну, я не знаю, какой дурак сюда полезет, это вообще, ну, даже мне сложно представить. Ну, то есть, если тебя нет дома, потому что всегда кто-то дома тут. У нас нет забора тут с тремя соседями. То есть, ну, вообще, как бы, полный поселок живет. То есть, довольно-таки освещение здесь хорошее, да, а не то, что там, как там у нас было, света нет, ничего нет. Ну, то есть, не новостройка, да, как бы, за городом. Вот, и, в общем, все обжитое место. Ну, например, да, ну, даже смешно дома брать нечего, потому что даже вот эту маленькую шкатулочку с украшениями, конечно, я прячу теперь, я ее не кладу на видное место. Я не держу шкатулки с украшениями, эти красивые, потому что ты их далеко не спрячешь. Вот это вот, ну, во-первых, ну, конечно, тут пытаешься аккуратненько сложить. Вот на видное место кладу бижутерию. Потому что думаю, ну, если кто-то когда-то залезет, вот он эту бижутерию увидит, возьмет, она стоит 3 копейки, а подумает, что украшение, да, там ювелирка, и уйдут. А это... Ну, потому что через забор никак, ну, то есть машиной не перелезешь, там какие-то вещи большие не вынесешь. А вот так вот, ну, все же бывает в жизни, да, может быть. Ну, так брать больше не, ну, что косметику возьмут, кому она нужна? Вот так, ноутбуки, да, то есть вот, ну, тогда у нас взяли ноутбуки, шубы, сейчас у меня шуб нет, поэтому это никому не надо, ничего такого ценного. Ну, мне же сложно себе представить, что вот можно ценное такое взять, чтобы это можно было продать, да. Вот, ювелирку, да, конечно, что пошел ломбард, сдал и прибухнул, да, как бы, вот, но... Как бы я говорю, я прячу, поэтому у меня маленькая-маленькая шкатулочка. Ну, куда уж меньше, как бы, вот, я ее прям все вот так вот запихиваю и ныкаю. То есть это я сейчас сюда положила вам показать. Вот, сейчас уже не страдаю таким. Да, уже большие красивые шкатулки превратились в маленькие и куда-нибудь заныкать, куда-нибудь вообще. А вот, конечно, куда никуда рассказывать не буду. Вот. А вообще, когда нас тогда обокрали, дом нас перевернули все кверх ногами, но, честно сказать, деньги не нашли. Искали сейф, там картины свернули. В общем, такое все себе. Матрасы свернули зачем-то. Вот, видимо, сами там ищут. Ну, со шкафов одежду вытряхнули. Вот так все на полу валяло, все раскидано, разбросано. Ну, помойка была, короче. Знаете, это как по-быстрому вот так бегут, все выкидывают, сбрасывают, ищут. Ну, когда тут украшения на видном месте, конечно, что не взять-то, да? Вот. Когда я уезжаю, я беру с собой свой ноутбук, поэтому он со мной всегда. А Рудольф тоже, когда уезжает, берет, его ноутбука нет у нас тут. Боже мой, что тут можно взять? Ну, раз только фен. Но я не думаю, что кому-то этот фен нужен сильно, никто даже не поймет, что за фен. Ну, это я условно говорю, конечно, могут люди что-то взять, но это будет не настолько криминально, чем когда у вас там целая куча красивых, роскошных украшений, которые вы копили там годами, да, себе собирали. Так, кстати, вот колечко, вот сейчас вот опять напялила себе на пальчик. Приятное, мне так нравится, на пол размера больше берите, тогда не будет ничего давить, потому что летом вообще начнут давить, а так 17,5 взяла. Так, а сейчас я ношу вот это колечко, вот это вот. Оно и в белом золоте продается, оно такое полнотелое, мне нравится. Что-то я вот его посмотрела и думала, хочу его одеть. Ну, девчонки, я еще в Sunlight увидела украшение.
не золотое. Но не буду рассказывать, какое. Что-то я загорелась. Не знаю, надо подумать. Надо подумать. Пока акции идут, скидки. Ну, знаете, они же сегодня идут, завтра вроде они опять идут, а потом раз их нет. Или они там постоянно у них меняются каждый день. Вот, поэтому за дешево хочу, за дорого не хочу. Как все. Так что такие дела. Так, девочки, ладно, я думаю, что мы завтра с вами разберем всю мою посылку. Я сейчас хочу еще. Просто очень боюсь, что я вас сильно переутомлю. Так, боже мой, когда этот снег сойдет? Как надоел. На дорогах вот эта грязь, в городе грязь, все в грязи. Хочется уже сухости вот этой, да, как-то. Я люблю больше за рулем ездить, когда сухо. Я не так устаю от дороги, от этой грязи. И вот, ну, не знаю. Потому что еще когда темнеет, начинает это все бликует в глаза. Я люблю, когда сухо. Вот только начинает таять, я за руль, и я уже могу далеко ездить. Я не любитель за рулем ездить, из-за того, что мне постоянно что-то плохо видно. Вот, и зрение у меня к вечеру, знаете, вообще такая расфокусировка сильно спасает, Тауфон. Аналог, ну, то есть действующее вещество таурин, девчонки, если что, в аптеках таурин, ну, это такие капельки, я так понимаю, что они с глюкозкой или что-то такое, они питают глазки, я вот вечером капаю, у меня хоть зрение восстанавливается, а то прям караул. Вот, Тауфон стоит 150 рублей, таурин рублей 25, ну, то есть производителем отличаются, да, то есть Тауфон это название торговое, так-то таурин, действующее вещество, 4%. Так вот, покупаем, кладем в машину, капаем глазки. Все, заливайте сколько хотите. Вот. Я так обычно вечером, утром, если проснулся, у меня в глазах как это, кто я, где я, не знаю, что-то вот со зрением у меня последний год прямо. Вот последнюю зиму вообще как-то сильно резко прямо. Вот в прошлом году начало зрение сажаться, и у меня очки были 0,5. Сейчас, где мои очки 0,5? Вот они, вот они. Помните, да, вот я прошлой зимой снималась вот в этих очках. Нет, я в них хорошо читаю, мне все хорошо. Ну, я читаю, в принципе, без очков. Но если мне надо что-то вот так вот внимательно прочитать, прям мелко-мелко-мелко где-то в телефоне, да, вот присылают мне. Я даже уже единичку одеваю, мне в ней комфортно. И маникюр делаю прям хорошо. Иногда даже для маникюра беру у Рудольфа, у него 1,5 есть очки, что прям, знаете, как под лупой, прям вот как кутикулу вырезаешь, что прям вот, ну, потому что-то я все так неаккуратно делаю. Я поняла, что я неаккуратно делала, что я плохо видела, наверное. Хотя мне казалось, раньше хорошо видела. Короче, 0,5 уже так лежат. Только для чтения, ну, я говорю, ну, для обычно для чтения, когда я там что-то смотрю, я не одеваю очки. Там чуть-чуть размыто, да и ладно. Сойдет. Так, что я хотела? Я хотела. Значит, я только, знаете, вот финишно, кстати, реснички подкрашиваю чуть-чуть. Уже, потому что тени на них осыпаются, и как раз хорошо. Когда красишь тени, осыпаются, получается, здесь утолщается. Мы же часто еще, чтобы реснички сделать такими густыми, пудру наносим. Вот первый слой, тушь не высохла, пудру кисточкой нанесли, и снова потом, да. И получается, что на пудру ложится еще тушь, и ресницы более толстые становятся. Вот такой маленький лайфхак. Но у меня как раз вот сюда тени осыпаются, и я потом кончики буквально чуть-чуть тоже черной тушью дорабатываю. Так, я думаю, чем мне карандашом подкрасить. Так, еще у меня был вопрос. Вспомнила, да, сегодня читала комментарий, отвечала и дошла до этого вопроса, который я постоянно пропускаю. Не помню, кто меня спросил. Девушка спросила, в общем, о том, что мы едим здесь. Мы также заказываем еду на дом, да, абсолютно. Если прям вот совсем чего-то, так, утром кашки варим. Либо кашки, либо творог со сметанкой. Ну, готовый покупаем, да, вот это делаем туда, к творогу вареница. То есть, ну, все как мы любим. Либо кашка, либо омлет. Ну, вот такое разнообразие, да, что там еще вспомню. Ну, бутербродики, это на завтрак. Обед, ужин. Ну, обычно же мы едим где-то. То есть, если мы поехали куда-то, мы там, скорее всего, кушаем. То есть, в основном мы ужинаем дома, и у нас еще много остается. Я бездомных котов кормлю обычно вот этими... всеми нашими, то, что мы не съели консервами. Не консервами, а вот готовая еда. Вот. И я только что покупаю огурцы, помидоры. Иногда бывает огурчик порезать туда, да, чтобы... Хотя там салаты есть, но я очень люблю как бы побольше. Поэтому огурчик, яблочко покупаем. Яблоко я люблю вот в чай с лимончиком. Так в еду добавляю вот огурчик. Еще очень люблю свеклу. Я покупаю вареную свеклу с майонезом. Не знаю, почему какая-то любовь у меня ненормальная. В пятерке покупаю. И ее вот грею и режу дольками, и с майонезом я вот так вот просто кайфую. Иногда сосиску люблю, прям вот хочу какую-то копченую, гриль там, да, вот такие вот
даже слюнки потекли. Вот сосисочку, даже иногда яичко бывает, что сваришь, там порежешь на две части, и вот яичко. Очень жалко, у нас нет этих варилок яиц, и вообще жалко, что у нас не продаются эти вареные яйца, как в Испании, что в Испании это вообще сказка. А здесь надо варить, я как бы не любитель вообще что-то на плите делать. Вот, порезать-то я могу, а вот плите нет. Вот, поэтому яичко откладывается. Чаще вот сосисочка, свеколка. А, еще могу немножко, слушайте, меня бывает пропирает на тушеную капусту, ой, не тушеную, квашеную капусту. Я добавляю туда масло, масло с лимоном, значит, сахар чуть-чуть, перемешиваю, и вот получается, ну, чуть-чуть настоится, чтобы сахар растаял, и, ну, или можно в горячей воде сахар завести. Получается такая вкусняшка, то есть вот эта вот горчиночка от квашеной капусты, сосисочка, свеколка, огурчик, вот такой вот. Яйца не хватает, которые мне варить лень. Вот, вот такой вот. Иногда делаю. Вчера опять купила 2 упаковки себе свеклы. И такая думаю, еще баночку с капустой. То есть одну банку я уже за целый месяц съела вот этой квашеной капусты. Я по чуть-чуть буквально кладу. И не каждый день, но почему-то у меня пробило. Не знаю, может, каких-то витаминов не хватает. Хотя витамины, комплекс я пью всегда, каждый месяц. А, вот Еве вот эти, да, Асахерба. Они у нас на Озоне продаются. Боже, на Вава Валбурсе хотела сказать. На Озоне, да. Теперь весь Асахер продается на Озоне. Это прекрасно. Что купить можно, все найти можно. И, кстати, по ценам дешевле, чем в Испании. Я в Испании заказывала на Амазоне, и мне вообще получилось дороже, и ждала еще дольше. Ну, в Европе все как-то недешево, потому что там конечная стоимость продукта, я много раз говорила, складывается из доставки, ну, логистика, которая там значительно дороже. То есть это не только стоимость продукта, заработная плата, там, да, склады, там еще что-то, что там магазины, если это обычный магазин, потому что там все дороже, дороже, электричество дороже, аренда дороже помещений, логистика дороже, зарплаты выше, поэтому в итоге все равно при всей там кажущейся невысокой цене вы там купите все дороже, если только это не по акциям. Вот я говорила, я как-то в Эстонии ездила, ела сумку Calvin Klein, мне так, я думаю, хочу, не хочу, я не поняла, хочу я или нет ее. Она черненькая просто, я не люблю черные сумки, у меня это есть. А потом я подумала, что, наверное, надо было ее купить, потому что она еще была в бежевом цвете, но какой-то он розоватый, с желтой фурнитурой, вообще как-то выглядело ужасно. Вот, и сумочка стоила, она стоит 159 евро, она была по акции, это 99 евро была, 99 всего, да, то есть 100 евро. Думаю, боже мой, какая прелесть, потому что я потом зашла на Озон, смотрела на Озоне, она 12 тысяч стоит. Она сейчас продается, если что, ссылку могу оставить. Она там бывает, потом пропадает. Она не кожаная, она из такой, даже не кожи, а с ткани какой-то. Но такой, держащий этот, как ее, как сказать, держащий дождь. Вот, но я говорю, что надо было мне ее взять. И я поеду в тот магазин. Я думаю, что она уже, либо ее купили, либо акции уже нет. Потому что, ну, такая цена, хорошая цена, 99 евро. Хороший ремень такой. В общем, короче, я ее не взяла. Потом вот Рудольф ездил один в командировку. Я тогда не поехала. Мне, ну, то есть на один день он ездил, потому что мы собирались вместе. Я встаю утром, у меня давление. Я говорю, слушай, давай, езжай один. Он съездил. И я еще думаю, сказать ему, купи мне эту сумку, если ты ее увидишь в этом магазине. Если она так и будет по акции лежать. Ну вот, и это. И потом подумала, нет, а вдруг она какая-нибудь с браком? Я просто же ее, ну, вот так посмотрела и все, и поставила. А может, где-то там откроешь, а вдруг молния плохо ходит. Ну, все же бывает, да. А он возьмет и потом все уже. Думаю, нет, не надо. Это все-таки не 3 копейки, как бы. Вот. В общем. Ну, я так и не поняла, нужна она мне, не нужна, до сих пор так и у меня и ломка. Вот. Но если я забуду оставить, оставлю вам ссылочку на эту сумку. Неплохая, просто у нее вроде есть отдел для паспорта, вроде как бы паспорт внутрь надо, внутри такой отдел маленький, в который паспорт вряд ли поместится. Ну, как обычно, знаете, начинаешь думать, вот бы еще карманчик, еще бы отдельчик, и зимой ее у нас не оденешь, потому что она реально, это не кожа, не кожзам, даже из ткани, то есть она не выглядит дорого, сумка. Ну, такая для Испании подойдет, но для Испании вроде черную сумку вообще ни к селу, ни к городу, куда там все черное, там солнце. Хотя почему-то там именно очень хочется черную одежду носить, потому что вот у нас не хочется, из-за того, что у нас всегда темно, пасмурно, хочет что-то светлое. А черного я очень устаю, а у них вроде бы и ничего. Хотя не знаю, кто ходит с черными сумками, мне не нравится. Не знаю, не нравится. В Испании сейчас погода хорошая. У нас знакомые уехали в Гранаду, присылали видео, на экскурсию поехали. Помните, мы ездили в экскурсию дяди Вани, и они тоже поехали опять. Вот мы хотели в Мадрид съездить, но, понимаете, уже к лету ближе будет вообще жарко, и мне сейчас не до этого. В общем, у нас там, кстати, ремонт идет. Вот.
Про ремонт, давайте, как, я вот честно, я все время боюсь, я не хочу загадывать, потому что у нас этот ремонт откладывался, откладывался, ремонтник болел, потом вроде он сейчас вышел, только начал. Я вообще, вот давайте мы приедем, и уже я вам покажу, когда приедем. Пока не планируем, потому что и ремонт, который там все разломано, короче, сейчас на данный момент. Ехать некуда, а так как сейчас уже практически сезон, то снимать где-то тоже дорого. То есть можно было поехать снимать, но смысл, потому что лучше на свою квартиру потратить деньги и посидеть несколько месяцев здесь. Тем более у меня тут со здоровьем все не очень хорошо, поэтому не готова я никуда сейчас ехать вообще. Так. Ну, так, думаю, какой бы тенью тут подкрасить, поэтому пока я дома, пока я все здесь. Вот. Хотя очень хочется. Ну, в общем, они присылают вот эти вот, они все-таки купили экскурсию, потому что говорят, уже в конце апреля, там, в мае, там, ехать, например, жарко. Ну, они раз в месяц экскурсии. А, взяли сейчас и вот уехали в Гранаду. Боже, как там красиво, как там красиво. Ходите в шортиках, то в кофточках таких, ну, с длинным рукавом, да, таких рубашечках, то с футболочках, ну, шортиках. Ну, иногда бывают футболки и джинсы такие тонкие. Ну, уже все, да, там уже лето. Там уже 27-28 вообще градусов. В Гранаде там, ну, это про Тарьеху говорю. А в Гранаде, ну, там есть, конечно, и 20 градусов бывает. Но 20 на солнце, это все в 25 будет ощущаться. Вот, вот, видите, я уже тушь ее подкрашиваю. А в Гранаде, так конечно, похолоднее, что ли. Там рядом курорты горнолыжные. Вот, вот, кстати, мы планировали тоже съездить на горнолыжный курорт. Сейчас скажу, это где-то у Германии. Вот знакомые у нас собирались ехать. Еще вот мы когда ехали домой, мы как раз все планировали поездку на неделю. Но потом мы посчитали стоимость поездки, посчитали, что у нас ремонт планируется, посчитали, что у меня нога больная. Решили не ехать. Ой, боже мой, деньги на все нужны. Вот так вот. Обычно. Ну, когда покупаете свою недвижимость, да, что-то хочется. Но я надеюсь, что мы что-то там сделаем. Что-то-то сделается. Боже мой, я так боюсь загадывать, потому что я говорю, нам просто мастер должен приехать, был тогда уже после нашего отъезда, чуть ли не там через 2 недели. Какой через неделю должен был прийти и уже все делать. А он и пропал, заболел. Там у кого-то что-то потом доделал. Потом, я не знаю, вообще это просто какой-то караул. И так как я понимаю, что у нас там просто работы непочатый край, и хоть что-нибудь бы сделал, чтобы, ну, вот, как бы, не знаю, а потом, ну, потихоньку, в общем. Короче, у нас как-то все планы. Как только расскажи о своих планах, начинается все разваливаться. Поэтому, да, нельзя рассказывать о планах, девчонки. Вот. Еще я говорю, разломал нам сейчас и уехал. Вот. Поэтому у нас, как бы, ремонт, в принципе, как, ведется, но не ведется. То есть в нашу квартиру не приехать. Ремонта нет. Ванна, санузел весь разломан, все, мыться негде. Так что и ремонта нет. Поэтому когда он там начнется снова, одному Богу известно. Поэтому вот такие вот. Поэтому говорю, о планах вообще рассказывать бесполезно. Сейчас посушу волосы и уже поеду. Вот. И потом, может, вам сегодня вечерочком я вам посниму. А, еще губы не накрасила, боже мой. Да, вот мне надо где-то к себе зайти, какой-то Литуаль, в Ревгош, я не знаю, туши какие, вот помады какие-нибудь посмотреть. Прямо вот надо. Хочу помаду. Какие-нибудь попытать. Вы мне посоветовали много помад, я себе записала. На память, конечно, запомню, я себе в телефон записала, буду ходить, там оттенки все эти разглядывать. Смотри, так, а что у меня тут? Какой-то карандаш Вивьен Сабо, 102-й тон нашла. С карандашами тоже у меня какая-то, надо их перебрать все. Еще не хватает, а то мне для губ что-то не хватает. Все помады надоели, все оттенки надоели, все какое-то не то. Еще свой оттенок. Вот. Ладно, все, девчонки, я вас целую. Сегодня видео длинное. Желаю вам отличного настроения. Здоровья, здоровья, здоровья. Встретимся завтра. Украшения вам бижутерию свою обязательно покажу. Распакуем рандеву, покажу украшения. То, что там почитаем, очень много у меня бижутерии. Помните, с Алиэкспресса заказывал столько, что это какой-то караул. У меня там не только еще Алиэкспресс. Это я там много еще подарила, раздала. Боже, столько. И все равно у меня еще целая куча. Там надо еще все разобрать и тоже, возможно, кому-нибудь подарить. Потому что ну, продавать это нереально. Это Алиэкспресс, 3 копейки. Вот, но... Я столько не ношу. У меня столько нет ушей, рук, пальцев. Ну, в общем, вы понимаете, да? Вот.
Девчонки, все, до завтра. Целую вас. Всего самого лучшего. Пока-пока.